Что ты думаешь по поводу своего персонажа? Хер его знает, у него есть кувалда. Несчастная. Мой герой очень похож на меня, так как у меня есть старший брат. Это не первый раз, когда меня находят в сумке. Да, на самом деле, я своего персонажа знаю довольно мало. Я знаю, что он какой-то подонок, который бросил нормальных ребят, вообще нормального парня, который ему отомстил, и мой персонаж получил по заслугам. Сейчас уже запись идет? Слушай, мой персонаж такой интересный образ современности, потому что он возникает непонятно откуда, непонятно кто он вообще такой. Он какой-то стрёмный и просто всех мочит, как, собственно, я так понимаю, все персонажи этого фильма, да? Знаешь, что я играл? Я чувствую, что он очень похож на меня. Он такой же отвратительный, гадкий, мерзкий и убивает людей. Это мне сейчас вопрос задаешь? Вообще, изначально я должен был играть балетмейстера, который страдает плоскостопием, но очень хочет танцевать, и это сложный сексуальный треугольник, нога, две любовницы, сцена. Я не знаю. Я только могу сказать, что мой персонаж, он подвергается нестандартному довольно насилию, то есть, ну, не женскому насилию, а другому. Вот, и его после этого, я не знаю за что, его убивали в снайперской винтовки, у него взрывается голова. Знаете, мой персонаж, он очень-очень увлекательная, очень интересная натура. Его убили в ванной, и все. Ой, вживаться в роль пришлось долго, потому что персонаж не похож на меня нисколько. Поэтому вот и все. Играть его было очень больно. Очень больно. Я еще дрался, да, у меня была замечательная драка с молотом. Но потом мне предложили другую роль, где я буду на столе трахать Антона. И я подумал, это мой звездный час. Я никогда не подвергался насилию. Балетмейстер может сыграть каждого, а на столе трахнуть Антона нет. Вот, но я надеюсь. Много общего у тебя и твоего персонажа. Да, я и в жизни на столе трахаю Антона. Верьте. Я могу сказать, что да, это очень интересная личность. И как с точки зрения кинематографа, он, я думаю, окажет очень большое влияние на молодежь. Эта сцена с криком, это была такая разрядка, это было потрясающе. Хорошо. Он мне близок, да, во-первых, потому что я люблю убивать людей. Во-вторых, потому что я парень ниоткуда, и я стрёмник. Да, у него еще иногда у самого взрывается спина. Мне очень помогала красная вонючая дрянь, которая лилась мне на голову. Я считаю, российское кино надо развивать, и притом развивать не одним Михалковым единым, нет! Двумя, а то и тремя Михалковыми, есть и младший брат, и сестра, и дочь. Сам Михалков уже восхищался моей игрой. Много Михалков, и где Михалков в фильме? Михалков-то это замечательный человек, с ним как бы... Я участвую в этом проекте только ради того, чтобы прославить великого и ужасного Кирилла Соколова. И тут мне звонит друг. Вот, и говорит, слушай, давайте я помогу. Да, я хотел бы... Понимаете, я очень много чего хочу сказать. А также Юрген Петерсон – это какой-то немец. Я бы сказал, чтобы люди смотрели пожелания в начале, чтобы они сразу приготовили ведра, тазы, таблетки, натуральный спирт, валерьянку. Потому что кино поражает своей глубиной. Я понял, что Кирилл – профессионал. Снимайтесь в кино. Это должен попробовать каждый, потому что это очень увлекательно и... Я считаю, что невозможно понимать, насколько классное кино ты смотришь там в кинотеатре или еще где-то, если ты хотя бы не видишь этот механизм изнутри. Так что обязательно приходите вот к этому парню, он вас снимет. Он не просто он снимает, он не просто берет камеру и заставляет людей чувствовать при помощи мастерства актеров. Он заставляет самих актеров войти в ситуацию. Мне денег за это не заплатят.
Просто взорваться в мозг! Настолько изумительно! Я думаю, блин, так здорово. А, почувствовать боль персонажа. То есть, представляешь, моему персонажу порезали палец, ему было больно, и ты заставил меня почувствовать эту боль, чтобы я лучше играл. Так что я считаю, что кино должно быть получиться интересным, футуристическим. Спасибо, Сикири. Дорогой, все для тебя. Это новаторство. Я считаю, что именно в этом будет сок этого фильма. Пожелание зрителям? Ну, я не знаю. Смотреть кино, смотреть, смотреть, еще раз смотреть. Кино. Будьте счастливы, убивайте друг друга. Счастья вам, здоровья и всего самого хорошего. И никогда не занимайтесь любовью тогда, когда вам этого не хочется, в скобках с сандалом. Зрители, вам ваше мнение никого не касается.